Введение во храм Пресвятой Богородицы отметила Русская Церковь. Это третий по счету праздник с начала церковного года. Его события описаны в церковном предании. В Санкт-Петербурге божественную литургию в этот день служил митрополит Варсонофий в сослужении епископа Петерговского Силуана. Казанский кафедральный собор принимает архиерейское богослужение. Два епископа пожелали помолиться вместе с паствой главного храма на берегах Невы в день, когда по преданию трехлетняя девочка впервые вошла в святая святых Иерусалимского храма, чтобы стать для всех грешников дверью, открывшей небо. Восхождение Преснодевы по ступеням в Храм Божий – знаковое событие, ставшее исполнением обета богоотцов Иоакима и Анны, а также символом для будущих поколений верных. Подниматься к Богу в этом ступени, в этих препятствиях. Препятствия все преодолеваются только силой Божией, благодатью Божией. Архипастырь подчеркнул, что ничего случайного нет в жизни. Даже то, что праздник введения Божьей Матери во храм попадает на рождественский пост, в очередной раз напоминает о том, что через это событие к нам приближается Христос для того, чтобы родиться в сердце каждого.